21, следуемый по маршруту Москва-Месигутово, прибыл на станцию Праздничная. Повторяю, автопоезд Дед Мороз 2021 прибыл на станцию Праздничная. Успели, приехали, да? Просьба встречающим соблюдать дистанцию и веселое настроение. Просьба к пассажирам хотя бы проснуться. Автокомпания «Культурные люди» желает всем счастливого Нового года. Доброй ночи, Месигутово! Здравствуйте! Вы здесь, люди? Помашите нам, чтобы мы понимали, что вы с нами! С Новым годом вас, друзья! С наступившим 2021 годом! Итак, наш Дед Мороз объехал практически все микрорайоны села Месигутово и даже побывал за его пределами. И вот сегодня мы прибыли на нашу конечную станцию с одной единственной целью – поздравить вас, дорогие наши любимые земляки, с Новым годом! Ну, все вы понимаете, что в новогоднее время совершаются самые необыкновенные истории, самые невероятные чудеса. Вот и сегодня, ребят, здесь, на ваших глазах, произойдет самая невероятная новогодняя история. Буквально с минуты на минуту здесь появится, вы не поверите, съемочная группа центрального телевидения, представляете, которой поручено снять музыкальный видеосюжет для новогодней программы «Страна поздравляет». И все вы станете не только зрителями, но и самыми активными, я надеюсь, по крайней мере, участниками массовых сцен. Итак, вы готовы встретить столичных звезд? Точно? Ну, примерно вот так же, только в три раза круче, окей? Ребят, аплодисменты, они идут! Объяснит мне, что здесь вообще происходит? Что за балаган вы здесь устроили, а? Мы вообще-то на работе. И у нас на все про все 20 минут. Вы забыли, что ли? Символы года готовы? Быстро все на исходную! Товарищ режиссер, а я когда? Успокойтесь, олень. Придет и ваш звездный час. Вообще-то я снежинка. А ведете себя как олень.
Так, все. Встаньте за хлопушкой и не мешайте мне. А вы что застыли? Номер объявляйте. Дорогие друзья, без них не обходится ни один Новый год. Ведь именно они создают новогоднее настроение и атмосферу праздника. И если вы почувствовали, что в воздухе запахло мандаринами и елками, если улицы подмигивают вам веселыми разноцветными огоньками гирлянд, значит, праздник уже на подходе. Встречаем, друзья, символы Нового года! Новогодний десант, кадр первый, дубль первый. Я подарок, лежащий под елкой, в коробке с огромным бантом. Бываю носком, кофемолкой, коньками и термобельем. Я бегальский огонь из Китая, за 20-30 рублей. Вы поймете меня, зажигая, ничего нет на свете сырей. Снежинка, нетрудно меня вырезать, но и можно и елку украсить, а можно и рот вытирать. Мы символы Нового года, символы Нового года, с нами сугроб по колено, и не важно какая погода. Мы символы Нового года, символы Нового года, без нас не получится праздник, на нас не меняется мода. Я бутылка шампанского чисто, невозможно меня угадать. Я могу быть, конечно, игристым, но могу, блин, и в голову дать. Я просто селедка под шубой, не станет никто возражать, что мною закусывать любят, а также во мне полежать. Меня уже не удержать, а ну-ка поднимем все руки и вместе начнем зажигать. Мы символы Нового года, символы Нового года, с нами сугроб по колено, и не важно какая погода. Мы символы Нового года, символы Нового года, без нас не получится праздник, на нас не меняется мода. Уже поняли, мы символы Нового года! Ну а раз мы уже все здесь, можно смело начинать наш праздник. Подождите, подождите. А вам не кажется, что явно кого-то не хватает? Ну, мандарин, оливье, гирлянда и похмелье в другой бригаде. Они Дуван уехали поздравлять. Да я не про них. А где наша мобильная елка? И как же мы теперь без нашей елки? Идея. Предлагаю силой мысли вызвать службу доставки елок. Точно. Думаем, ребята. Кадр второй, дубль первый. Распишитесь. Ну что, ребята, споем для елочки ее любимую песню. Зимой и летом стройная, зеленая была.
стоп! А где у нас, собственно, звезда? Где звезда, я вас спрашиваю, а? Да здесь я! Объявляйте уже! Не, ну а я-то когда? Уйди, снежинка, с глаз моих! Я олень! Слушай, олень, шел бы ты лесом, честное слово! Так, шоу-балет, звезда, готовы? Так, массовка, встречаем звезду бурными аплодисментами. Новогодний десант, кадр третий, дубль первый. Дорогие друзья, для вас поет заслуженная артистка Бурятии, очаровательная Регина Дубак. Шуба, снежинки, хлопушки. Так, так, так. Ёлка. Все, это было, звезда. Ну все, слава богу. Остались Дед Мороз и Снегурочка. Так, снимаем последнюю картину. Ребятушки, собрались. Дед Мороз со Снегурочкой готовы? Массовка, набрали в легкие побольше воздуха и приготовились встречать Деда Мороза. Свет, камера, мотор, музыка. Поехали! Чтобы он любовь и радость к нам в дома скорей принес. Ну-ка вместе, ну-ка дружно крикнем: Дедушка Мороз! Ничего не происходит. По-моему, он не слышит. Давайте-ка, ребята, еще раз, только в три раза громче. 3, 4. Дедушка Мороз! Кадр 4, дубль 5.
первый. Каждый год я в этот край спешу, чтобы всех поздравить с Новым годом. Пусть и нынче здесь под музыку кружит зимний праздник для ирландского народа. Стоп! Дед Мороз, что происходит? Вы что, смерти моей хотите? Почему ты один вообще? Где Снегурочка твоя? Так она это, как его, заболела? Что? Как она могла заболеть? Заболеть без разрешения режиссера? Этого в сценарии нет. Уволю всех к чертовой матери! Все, это конец. Кино не будет. Денис Николаевич, а я-то уже когда уже? Снежинка, или сейчас, или никогда. Да я олень. Неважно. Давай переодевайся. Гримеры сюда, срочно! Ай! Тихо! Руки убери! Мама! Помогите! Ай! Кадр пятый, дубль первый. Снежной страною время быстрое идет. Мы со всей землей большою скажем: здравствуй, Новый год! Новый год стучится в двери, в наши мысли и сердца. Мы в него, как в сказку, верим, без сомнений до конца. Пусть вам в Новый год прибудет много радостных хлопот. С Новым годом! Счастья, люди! Только доброго всего! Мы верим, что все плохое останется в старом году, а в новом мы все обязательно будем здоровы и счастливы. Пусть настроение будет искрящимся. Праздник бомбическим. А если звезды и падают, то исключительно для того, чтобы мы загадали желание. Пусть ваших карманов всегда хрустит капуста! Проблемы решаются с первого дубля. И на пути встречается как можно меньше оленей. Никто не будет одинок. Мы на Новый год! Ла-л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 а-
спасибо. С Новым годом, друзья! Увидимся 32 декабря на Первом канале. Режиссер, вы готовы? Нет. Как так? У нас выход уже. Где сценарий? Соберитесь. Все, отлично. Рупор где? Главный заяц, дайте, пожалуйста, комментарий. Часто вам так приходится выезжать? Ну, всяко бывает. Когда часто, когда не очень. А вообще нам нравится. В общем, все замечательно. Все замечательно. Наш выход скоро. Я рано вышел, но ничего страшного.